Если вы справитесь с этим тараканом, который важный, видите, он что от вас потребует? Он от вас потребует создания совершенно новых моделей функционирования. Да? То есть вам нужно будет найти другие удовольствия и прямо ими целенаправленно заниматься. Вам нужен другой способ социализации формировать. Да? Вам нужны другие способы со стрессом формировать. Понимаете? Ну вот. Дальше у вас будет здесь большой план, который предполагает там, исключение там, углеводной пищи, снижение калорийности. Это вызовы, которые перед вами стоят для того, чтобы ответить на этот, казалось бы, очень простой вопрос. Но если вы ответите на него, то вот здесь вы уже не сможете себе сказать, что надо откладывать. Вы будете знать, что вы можете добиваться результата. Фаткарты – мощная вещь. Отлично.